И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Osiris New Dawn, ребятки, мы вернулись. А почему мы вернулись? Да потому что вышло обновление, почти что в 2 гигабайт, могу ошибиться, но я там видел или 1,5 гигабайт, или 2 гигабайт, 100%. Друзья, мы вернулись в свое прошлое сохранение, то есть там, где мы играли с Серго Древний и с Натальей, если вы помните, да? Но сейчас я, походу, зашел один. И, как я вижу, наша база очень пострадала. Это у нас сервак, как бы, обычный, то есть нормальный онлайн-сервак, не локалка и так далее. И у нас здесь очень все пострадало. Раньше у нас не было этого купола. Сейчас его Серега поставил, потому что, блин, вот смотрите. Соединение между базами, ну, между этими комнатками у нас потерялось. То есть кто-то их продамажил или что-то случилось, но я не пойму, что... Если мы зайдем, допустим, сейчас в основной... Давай в Habitat, давай, давай. Вот так, отлично. Это все нормально, как бы можно. Но проблема в том, что, блин, мы дальше никуда не пойдем. И в чем-то состоит обновление, ребятки. Смотрите, там у нас убивают маленького засранца. Сейчас его добьют. Добили, нет? Там есть маленький турет. Вот, во-первых, в новой обнове, то есть в обнове у нас добавили вот такую вот пушечку. Она очень... очень-очень жестко дамажит. Антиперсонел турет. То есть, если бы вы сейчас видели, как она стреляет, это полная жесть. Громкость офигенная и стреляет очень круто и очень скорострельная. Дальше. Самая большая и самая крутая у нас обнова, то есть самая крутая тема, это вот эта вот планета. По сути, это наше Солнце, то есть Солнце данной системы. Звезда данной системы, так скажем. И туда можно полететь. То есть, ребятки, мы были вот там, у нас планета Азиель. Там кто-то летит. Там планета Азиель, мы туда были, мы там были, летали. Но появилась новая планета, появились 5, ну не динозавров, а 5 животных. Магма Демон, Хеллхаунд, Цербиус, Медузоид, Игнеопод. Эти вот все 5 животных вроде бы как живут и обитают вот на той планете. Так, но есть еще один, кстати, почему вот эти вот наши лежат? Так, реплейс, а ну-ка работать, стрелять по всем, блин. Давай, ага, батареечек нет, елки зеленые, батареечек нет. Ну ничего страшного, тебе я потом скрафчу, сделаю, и все у тебя будет нормально. Блин, я бы хотел, чтобы эта турелька стреляла, очень бы хотел. Добавили еще фабрикатор, давайте мы поедем. Сейчас я вам кое-что покажу. Так, погнали, я хочу увидеть, но не туда, я хочу увидеть. Хотя не, почему не туда? Почему не туда? Давайте мы все-таки туда и поедем. Хочу увидеть новое животное. Добавили еще... Вот оно! А вот оно! Вот что летало там, ребят. Вот такие вот у нас твари летают на этой вот планете. Это какой-то летающий скелеопод, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас мы в этом убедимся. Текст посмотрим. Вот он, поближе который, да? Но я хочу прямо остановиться. Я, короче, выйду даже. Я выйду. Вот так вот я выйду. И посмотрим. Что он может делать? Вообще, он на меня нападет или нет? Пушечка у меня есть. У меня есть пушечка, то есть no problem. No беспокоиться, не беспокойтесь. У меня есть и пушечка такая. У меня есть и пушечка такая. У меня есть и пушечка вот такая. Вот самая мощняцкая, да? От такой пушки он, по идее, должен сдохнуть сразу. Но мы сейчас посмотрим. Давайте, эй, поближе подлетай. Вот. Давайте дамажить сильно не буду. Young Flying Skelepod. Так, молодой летающий скелеопод. Попал, отлично. Ну я же метки, ребятки, вы же знаете, что я в этой игре должен быть метким. Вот такая вот тварь. Ух ты ж, елки зеленые. А я не знал, что он вот так вот кидается. А чем он кидается-то? Кислотой? Но он брызгает кислотой, походу. Да сранец, ты по мне так не, таким образом не попадешь никогда в жизни. Ну оки-доки. Так, посмотрим. ХП уходит, ну, нормально с этой пушки. Давайте возьмем другую пушечку. Это типа снайперка. Ой, тихо. Ну давай, стой. Так, здесь получше. А если я возьму вот это вот, ему трындец. Просто трындец. Ну, почти что трындец, но... Тихо. Вот так вот. Да, это самая мощная пушка в этой игре. Самая. Так что вот таким вот образом скелеопод... теряет свою жизнь. Так, ух ты, появились новые. Смотрите, надписи по-другому показываются. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, я знаю. О, сейчас как придут на меня, блин. Все, вы что, засранцы? Не-не-не, ну эту пушечку я тратить сейчас не буду. Патрончики. Сколько у нас патронов? Ну нормально, нормально, можно.
Да, немножко побалуемся. Побалуемся, ребятки. Но хочу отсюда уехать. Здесь FPS маленький. Очень маленький FPS. Давайте я зайду в свой, так скажем, транспорт. Они за мной пойдут? Они за мной пойдут? Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Вот так вот, вот так вот. Вот так. Отлично, отлично, отлично. Погнали, все за мной. За мной, маленькие. Я ухожу от нашей базы. Эта локация очень багованная. Проблема в том, что возле базы в Осирисе есть такая проблема. Не знаю, у всех или нет, ребят, если у вас такая же проблема, пишите об этом обязательно в комменты. Сейчас у меня 49-50 и больше FPS. То есть сейчас FPS стал, ну, реально крутым. Но если я подъезжаю к базе, FPS жестко и очень быстро моментально падает. То есть здесь FPS стал намного приятнее. Это очень-очень радует. Смотрите, FPS вообще офигенный. Вот с таким FPS только играть и играть. Что еще делать? Только играть, ребят, только играть. Так, куда? Блин, не попал. Или попал? Нет, не попал. Там кто? Who's this? Who's there? Давайте посмотрим. Во-первых, на таб сейчас открывается вот такое вот меню. Такого раньше не было. Это тоже в обнове добавили. Инвентарь здесь на F2 написано. Можно сразу выбрать как бы F2. Дальше Field Glide. Давайте посмотрим. Это разные подсказочки, что мы где находимся, что-то там про еду, про болезни, navigation, навигация, что означает, чем поможет и так далее. Это кому, блин, я не знаю... Новичкам, по крайней мере, это очень сильно поможет. Что у нас еще есть? Там, мне кажется, или атакуют мою машинку? Скиллы. Skill points. Вот такие вот skill points. Я своего персонажа, вы знаете, качал на комбат, как его, на военные действия и так далее. Все почти что прокачал. И добавили вот такие вот пушечки. Charge rifles. Дальше вот такая вот пушечка появилась. Hydrogen torch. И Cryo Rifle. Вот такая вот пушка. Но для них, для ихнего крафта, мне кажется, нужны новые ресурсы. Это из пушек. Вот эта вот ерунда, короче, добавилась. Если мы успеем, мы скрафтим и посмотрим. И еще, ребят, и еще добавили Buildcraft. Сейчас я вам покажу. Добавили мебель. Новый фабрикатор. Advanced Fabricator. Обычный фабрикатор у нас был. Вот такой вот Advanced Fabricator. Это у нас новое. Вот насчет стола. Есть химический стол. Вот он, да. Advanced тоже типа крутой химический стол. И что-то там еще было, но я вот не помню. Давайте дальше посмотрим. Здесь не то. Utility. Вот из пушек, да, вот это вот тоже новая пушка. Это вот тоже, если я не ошибаюсь, тоже новая пушка. Вот эти вот, если, да, я не ошибаюсь, это вот старые. Так что вот это вот тоже добавили. Ну, эту вот пушку вы видели. Видели, вот эту или вот, или вот эту вот там была. Вы видели, там Серега поставил. Что у нас дальше из структуров? Из структур, структуров, блин. Из структур все у нас осталось по-прежнему. Все, как говорится, краб, бла-бла-бла. Все как было и раньше. Дальше, missions, миссии. Если вы видите здесь, вот, да, мы здесь закончили все миссии. Все на 100%. Вот смотрите, вот видите, все миссии, которые в игре были. Мы когда играли втроем, ну, вдвоем даже большую часть, как бы, из миссии мы проходили полностью. Больше миссий здесь нет. Можно сказать, что мы полностью игру прошли. К сожалению, больше здесь никаких заданий вроде бы как нет. И что могу сказать... По этой местности очень прикольно по-любому кататься, ездить, там кого-то там мочить, убивать и так далее. Кстати, здесь где-то есть крабик, но не здесь. Нам придется зайти в нашу зону, в зону моей базы. И там есть краб, там есть здоровый, здоровый, очень здоровый краб. Давайте мы этого захватим тоже. Парень, йоу, бари, бари, come to me. Бади, блин, пушечка у меня не поднимается выше, ну хрен с ним. Смотрите, я сейчас уже заехал уже как бы в эту зону, и у меня уже 33 FPS, 32 FPS. FPS виден справа, снизу. Да, 30 FPS это играбельно, даже сейчас 24, и это все из-за базы. Вот смотрите, сколько, как сильно влияет база, и какой радиус огромный берет база на себя. То есть... Из-за базы у нас вот такая вот просадочка FPS. Засранец, пол хп тебе снял, блин. Так что вот такие вот дела. Хотел бы крабика убить, я не помню.
То есть я помню, как он убивался, но мне интересно сейчас, как он убивается из пушки. Не поменяли ли что-то разрабы? Ой-ой-ой. С этой пушечкой. Ну давай, 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 давай. Пушка этого, стреляй по нему, блин. Убили его. О, я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. Я сейчас приведу скелепода этого летающего. Сейчас я вам дам, сейчас, блин. Тусовать. Ай, тих-тих-тих-тих-тих. Не ломай пушечку, не ломай. Смотрите, какой у нас баг с звуком. Звук у нас стал потише. Если сделаю вот так. Сейчас еще тише. Ага, вот так вот, восстановился. Текс, мне нужно двух этих вот зацепить. Ну, из этой пушки я как бы... Тут задержкой они стреляют. Да, задержкой. Здорово, парень. Так, давайте, оба-оба-оба ко мне на базу. На базу, сейчас я вам покажу сейчас, где раки зимуют. Ребят, и вы сами посмотрите. Не то, что где раки зимуют. Вы посмотрите, посмотрите, как стреляют пушечки новые. Новые пушечки. Я не знаю, продолжать здесь выживание на этой игре, на этой карте или нет, или начинать с нуля, это решать вам. Но мне кажется, здесь есть все же что. Эй! Ко мне все! Блин, сломал его. Ты, говнюк! Я тебя на базу к себе зову. Нет? Приглашение тебе надо? Давай. Давай, давай. Тебе еще что-то осталось. Давай, давай, вперед. Я хочу пушечку увидеть. Как она стреляет в тебя, именно в тебя летающего. Но. Давай, 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 я это не... Ну лети же, блин. Я же здесь. Чуть тебе это. А я знаю, сделаем вот так вот. Пешочком. Нет, не хочет, блин. Так, сейчас я его приведу к себе. На базу. Да, ну из этой пушечки, она прикольно так светит, но из нее стрелять, именно попадать по кому-то, это что-то с чем-то. То есть в неподвижные объекты еще можно. А вот, вот в такие вот объекты. Но, блин, она очень прикольно светит. Очень. Меня она очень прикалывает. Смотрите на землю. Тени, видите? Тени световые. Круто, очень круто. Окей, не будем мы с ними играться. Такс, ты где, говнюк? Давай, попадание есть? Иди ко мне. Ну, что тебе? Давай, нормально? Нравится все? Такое ощущение. Какой же ты громкий, блин. Ты убивать меня будешь? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Отлично, отлично, отлично. Вас двое. А ты хоть дамажишь, блин, мне интересно. Ну, как бы я не хочу себе отдаться. Да, у них ограничения по зоне. Они не хотят туда идти. Просто не хотят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай. Че, никак? Вообще не хочешь? Они боятся базы моей, что ли? Ах ты ж, елки зеленые. Блин, патроны. Critical hit. Давай ко мне, блин. Короче, хрен с тобой. Хрен с тобой, пошли на базу. Ребята, так как здесь у нас ночь. Так, машинку сейчас паркуем. Хрен с ним, он по-любому на базу к нам не полезет. Походу он понимает, что здесь, если он пойдет, то ему трудец. Фары так включим, а то что-то как-то вообще ни хера не видно. Так, паркуемся. Примерно вот здесь. Танковатор, блин, это... Бензинчику сейчас налить бы. Не знаю, в бачках там что-то есть, нет? И? А че у меня этот... Мой шлем такой испачканный. Ты что такой испачканный? Ты елки-палки. Пушка! Стреляй, блин, в этих говнюков. Кто там? Давайте этих говнюков к себе позову. Убили его. Ай-яй-яй. Так, подожду следующего и... Баба! Баба! Да, добавили эффект на шлем. Он, короче, грязный сейчас. Ой-ой, как близко. Как говорится, ой-ой, как близко. It's very, very близко. Так, жду-жду следующих монстриков. Эти тут летают туда-сюда, хоть бы что. Ну, они тоже стреляют как бы иногда в кого-то, но они слабенькие. Вот он. Это как бы не во внове. Давай, иди сюда, иди сюда. Я хочу, чтобы в тебя стреляла пушечка эта вот серьезная. Иди сюда, что ты там боишься? Блин, реально, как будто им дали немножко интеллекта. Чуть-чуть интеллекта вам добавили, да, если я не ошибаюсь? Я как бы не в курсе этого, я не уверен. Но что-то он отходит. Вместо того, чтобы он на меня идти, он отходит. Так, давайте
К своей пушке я это поближе подойду. Вот она, да? Говнюк! Блин, не хочет. Эти тоже в него как бы стреляют, и он, походу, боится, что ли. Раньше они не боялись, они просто шли и все. Но. Давайте так немножко, чуть-чуть продамажу. Не сильно. 17. Ну. Да иди же ты, говно, говно сюда, блин. Блин, не хочет, не хочет, реально, реально не хочет. А я хочу показать, как пушка стреляет, но он что-то под пушку лезть ни туда, ни сюда. Не хочет и все. Ты где? Вот, головка его вылезает. Давай, давай, давай. Вот так вот. Ко мне не идет. Ну, окей. Давайте мы это вот захилимся. Немножечко. А, здесь у нас нормально все. Здесь у нас нормальненько. Ну, окей. Так, пушечки поближе. Пусть она, мало ли, если она будет стрелять, чтобы я хоть видел. Где? Вот она. Лампочку выключаем. А, так, инвентарь F2 было. Давайте нажмем F2. Где у нас medical kit? Хил. Отлично. Терпимо. Короче, все. Так как у нас ночь, беру корабль и улетаем. Ребята, улетаем смотреть на вторую планету. Так, что у нас в инвентаре? Блин. Инвентарь не свободен, это плохо. Это довольно плохо. Окей. Заходим по-любому. Оу, как же это громко. Да, и погнали. Погнали, друзья. Нам нужно, по идее, в сторону Солнца. Солнце у нас, если не ошибаюсь, будет уже с той стороны выходить. И нам наверх. Давай, давай, давай. Текст. Ну, как обычно, в космосе. Звука нет. Хотя, ну я это понимаю, как бы, да, все об этом уже знают, там туда-сюда. Но! Хотя в разные игры, даже в симуляторах, космических симуляторах, звук все-таки есть. Ну, допустим, вот с камерок, вот как камера у нас сейчас от третьего лица, пусть будет без звука, потому что мы, камера сейчас находится в космосе. Но если зайти в корабль, то, блин, должен быть звук. Мы же в корабле. Звук должны слышать. Вибрация там какая-то. Что-то там должно было быть по-любому. Но, увы, нет. Так, планета наша. Наша планетка. Это вот она. Это наш планет Протеус 2. Планета, вот она, Азиель, куда мы это вот летали, это вторая. И вот третья планета, то есть звезда Зер. Давайте мы нажмем на Space и полетим мигом в ту сторону. Ребятки, напоминаю, если вам нравится игра Osiris New Dawn, ставим пальчики вверх, и с вашими пальчиками вверх мы продолжим, ну хотя бы я продолжу, допустим, какое-то выживание. Может быть, даже на новой планете, потому что есть смысл играть уже и переехать на новую планету. Так что, как говорится, с вас лайки, с меня видосы. Но мы продолжаем. Что ж, мы опять же в космосе, но долетели. Давайте мы... Ага, помню, помню, помню. Планета очень жаркая. Воу, 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 воу. Вот этого вот я не помню. Вот этого вот я реально не помню. А это что за фигня? Туда я могу лететь? Ну, вряд ли. Но это очень круто выглядит. Очень. И какого хрена я летел, типа, к этой... к планете Зер, допустим, да? Зер, Цер, как ее там. И она была, как бы, ну, вот такой вот голубой, как эта вот. А на самом-то деле, самая большая планета, вот, она вообще желтая. Хорошо, давайте посмотрим. Осмотримся немножко вот так вот по сторонам. И посмотрим, что же тут еще есть. Тут, по крайней мере, астероидов, там, метеоров таких маленьких нет. Их просто не видно. Кстати, там еще одна. Вот Протеус 2. Протеус 2. Третья луна of Тесиус Prime. Третья луна планеты или системы Тесиус Prime. Prime. Оки-доки. Все, летим. Летим, друзья, летим сюда, короче, входим в атмосферу. Вот таким вот образом сразу появился звук, магическим образом. И... Так, краю планеты нам не надо. Нам не... Это у нас край планеты, то есть край локации, нам сюда не нужно. Текст, так, там, это горы, это просто горы. Ребят, новая планета, новая, полностью новая планета. С животными, то есть 5 жестких... животных здесь должно быть. Давайте вот так вот сверху. То, что здесь вот, смотрите, равнина. Равнина — это край планеты. И там нам нечего делать, нечего искать. Поднимемся давайте повыше.
повыше, повыше, повыше. Вот так вот. И посмотрим края, именно размеры. Большие, нет? Ну, туда вот можно полететь, да. То есть планета не маленькая, скажу сразу. Но давайте мне примерно вот в середину. Если я не ошибаюсь, вот примерно здесь будет... Будет ли здесь середина? Ну, плюс-минус. Все, короче, я паркуюсь. Меня все устраивает. Давай, давай, давай. Все. Паркуемся, паркуемся, паркуемся. Паркуемся. Здесь будут новые ресурсы, если я не ошибаюсь, да? Ну, надеюсь, так оно и будет. Звук, кстати, стал поменьше. Минус 53, ага, километров, понятно. Очень надеюсь, что здесь найду сразу же каких-то животных. На планете Азиэль... Блин, неровность. Мне кажется, я здесь не сяду. А, нет, сел. И начинается. Sweet temperature high, find cool location. Слишком большая температура костюма. Блин, это плохо. В смысле? Нифига себе. Extreme high temperature. Погоди, погоди, find new location. Секунду. Хилимся. Поможет? Так, это нельзя. Блин, F2 надо было нажать. Хил. Ну, у нас все нормально, как бы, с температурой просто проблема. Так, а что он мне кушает? Я уже забыл, что мой персонаж кушает. Мясо, но это не готовое мясо, мне кажется. Вот. Вот это вот можно съесть. Отлично. А, водички у меня мало. Кстати, водичку я брал, не брал. О, блин, вот. А это пьется? Я не помню. Пьется. Отлично. Но у меня, блин, одна бутылка была, что ли? Ух ты ж, елки зеленые. Проблемка будет. Видно, что жесткая планета. Что это за ресурс? Тут другая гравитация, ребят. Тут другая гравитация. Сразу можно заметить, что здесь реально другая гравитация. И походу нужен какой-то другой костюмчик. Если я не ошибаюсь, да? Да нет, давай F2 сразу нажимать. Где мой этот инструмент? Хороший инструмент по добыче ресурсов. Плутоний. Плутоний у нас вроде бы был. Смотрите, появилось из ниоткуда кусочек лавы. Блин, sweet temperature high, find cool location. А что мне делать, если... Блин, вот... Ему херово, блин. Я по лаве, походу, бегаю сейчас, да? Это будет... Hover fuel. Вроде хп нормально. А, вот, 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 тихо. Ёлки, нифига себе моща у него. То есть он это, жесткий очень парень. Перезаряжайся. Красавец, вот это вот круто, фоточка. Не. Офигеть, вот это вот монстр. Dead Hellhound. Мертвый Hellhound. Hellhound, да, я о нем говорил, что есть вот такой вот... такой вот... Дина, хотел сказать. Хилочка. Хилочка такая... Тихо, F2. А если я на нем сяду? Так же будет жарко? Не знаю, что пишут. You are injured, you must heal. Да хрен с вами. Давайте мы сделаем хил. Отлично, у меня 11 аптечек. И, наверное, даже я поем. Нет, есть сейчас не нужно. Мне бы попить. Но, увы. Еще животные есть? Блин, это... Эй, он пропал. Я хотел с него что-то добыть. Друзья, мне нужно, во-первых, понять, какой костюм мне одеть. Потому что здесь этот костюм не подходит. Вообще. Мне казалось, там кто-то есть. Мне кажется, этот костюм не подходит. Короче, давайте мы здесь закончим серию. Я Тихо, не надо. Я так просто далеко от космического корабля, я не дойду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне нужно чаще летать, да? Чтобы не дотрагиваться до почвы. Наверное, скрафчу себе... Блин, я сейчас сдохну, блин.
Скрафчу себе, да, да. На температуру смотрите слева. Если я на земле нахожусь, поднимается температура, нет? Или сейчас нормально? Не, ну один хрен плохо. На этом закончим. Ребятки, если вам все понравилось, если вы хотите... Блин, тихо. Если вы хотите продолжение этой вот серии, ну типа, что за животные здесь есть, как они выглядят и так далее, давай повыше, не хочет, то ставьте пальчики вверх, ребятки. Все как обычно. Ваши пальчики вверх делают новые видосы. Так, заходим сюда, то это вообще нереально. И мы продолжим. Мы обязательно продолжим, если вам это понравится, если вам это интересно будет. Ну, а с вами был Кентавр. Как всегда, игра Osiris New Dawn. Мы попробуем посмотреть, кто еще обитает на этой планете. Ребятки, всем удачи и всем пока. Короче, как говорится, до следующего видоса. Текст, тут лава жесткая. Жесткая лава прям. Не, тут нереально вообще ничего делать. Нужен, походу, другой костюм. Так что продолжим в следующий раз.